Добрый день, дорогие мои подписчики, с вами Дус Пирогов. И сейчас я направляюсь прямо к Роме на речку. Мы решили встретиться сегодня, чтобы типа потусить перед его днем рождения. Вот это место. Здесь мы с Ромой тусили. Тусили, короче, под Новый год. Да, в этом магазине мы покупали киндеры. Это реально тусило у Ромы Демерла. Охуенное. Все. Встретимся сейчас. Так, в общем, подходим, короче, вот. Там увидим, короче, Роме Демера всяких. Реально книжкотеловых. Это реальные притончики, шашлычнички. Че, жируете, да? Десятки приехали, да. Карать. Здорово! Карать пришел. Карать уже поддатый, что ли? Привет, Рита. Здорово, Андрюха. Вот как Рома, будущий именинник, стоит. Кайфует на своем дыре будущем. Он еще не родился, он еще в зачатии находится. Он же в зачатии может танцевать вот так, вот так, вот так. Да. Делай, детка, да, жопой. Новые шашлыки. Рома кайфомен. О, Джунька. Кайфуем. Горцуем с Ромой. Рома что-нибудь побеждать меня в Наруто. Или я его узнаю сегодня вечером. Я сдерну Рому, пол. Рома, ты не достоин сюда драться. О, Андрюха. Рома, что ты будешь делать, когда родишься на свет? Что делать? Танцевать. Домой приеду отдыхать. Танцуй. Что ты делал, когда родился на свет? Кричал. Вот Рома, мастер шашлычник. Как он лихо управляется своим действием, своим назначением. Мастер шашлычка Рома Дернерчка. Потому что мы с ним давно уже знаем друг друга. Это Рома Лилипута. Данил, ты потный, отстань. Это максимально? Нет. Я одном двоих погоним, да, да. Ну ладно, не будем. Можешь не держать себе это черкурило. Держал, тебе будет. Не надо держать сейчас себе это, это ни к чему. Если мало будет еще покурить, нахуй, то есть лучше не докурить, чем перекурить. На. Ну как, обычно трубку курят. Сейчас отдохнем. А? Ваши комментарии. Заебался! Вот они, красивая пара. А у меня вот жены любимые, нет, я же. Я вечером мне покупил немножко романтики дубль 2. Вот она, мужская чистая любовь. А ночью не будет.
закончился наши посиделки у водоема. Собираемся. Вот наш Дунтас Пирогов идет. Как всегда, неуправляемый, здорово, непоколебимый. Я сожму вас. Идем мы на дом Духаты. С нами Рома Дейзер, Андрюха Смокер и Рита Раш. Смотрите, а кто? Это Данила, летающий Петрила. Если он почует страх, тебя там на читах. Ты за волты гонишь, сама гонишь. Я решаю реальные дела. Данила, с нами Рома. Петрила. Рома и Рита 2. Данила, летающий Петрила. Рома, почует страх, тебя там на читах. Киндер сюрприз возьми мне. И у тебя есть коллекция одна хотя бы? Кого? Одна фигурка есть хотя бы? Нет? Ох, блядь, нет, я на Харли Квинн и Бэтгёрл. Не, я не знаю, какие там Марвел там. Иди вообще. Тебе ничего не надо? Ничего. Тебе тоже? Почему? Он говорит, там все хуёво и... Вот он решил, в общем, кроме Дэниел домой. Охуел он вас вообще. Вот мы, в общем, пришли, кроме Денвер, домой, смотри, что здесь есть. Есть подушки такие охуевшие, да? Столик такой модный. Вот тут полочка, короче, там Рит сидит, машинка. Машинка какая-то непонятная, копилка, типа. Какие-то картины непонятные, типа. Вот это с бокала вообще, это под виски большой. 0,5 или литр, не знаю. Есть Коллинс, Люди Икс. Рома вообще реально пацан. Кайфует постоянно. Коллинс считает, а что я не зря ему подарил на ДР журналы всякие. Литрес, Филипс. Супер наушники. Но это прикольно, это такие ящички. Это где? В Икее такие купили ящики, да? Офигеть. И полку тоже в Икее купили? Да. Блин, тоже хочу такую. Вообще модно, диван такой крутой. Ништяк вообще. Короче, кайфец. Полный. Ой, надо встать, не упасть. Кисы ходят всякие тут. Непонятные. Заходим, в общем, на кухне. Смотрим здесь, кажется. Подожди. Ну серьезно, сходи. Сейчас здесь сниму. Сними свой рот, у тебя желтый. Да иди ты нафиг, рот. У тебя реально желтый рот. Ну тут типа это Лиза, Абхази, Краснопоян, Сочи. Адлер, где Рома гулял. Знали, да, блядь. Вот Рома шкаф, короче, сейчас заглянем, что у нас есть. Такая вся одежда. Че? Тут еще что-то лежит. Вот тут типа южанские одежды. А это что, пуфик что ли? Да. Офигеть, здесь пуфик, смотрите, я в пуфике. Пацаны. Пацаны, я в пуфике, ёпта. Нормально вообще отдыхаем. Реально, а тут сила номер 550. А что, реально, кацан? А у вас есть, кстати, пантенол? Мы тусим здесь. Да, есть. Бля, у меня ключи горят прям. Рит, пантенол найди, гель зеленый, помнишь? Так что вот. Надо попробовать встать отсюда. Потом мы проходим, значит, вот эту гостевую комнату. Смотрим здесь, короче, пуфики. Одежды, игрушки. Фигурка. Фигурка, значит, этого синего экзорциста. Компьютер. Находится здесь все, короче. Реально готово. Так что все нормально. Теперь кошка идет. Мы берем джойстик. Запускаем. Нажимаем. Так. Сейчас будем играть в реальные игры. Так, сейчас начинаем драться, пиздиться. Во всю.
Я одной рукой берусь тут вместе с Саски. Саски использует какую-то хуйню, но я уворачиваюсь от него. У меня получается, бля. Во, я, бля, пробил ему суперудар, бля. Я телефон не знаю, как он. Охуенно, бля. Тут проходит всякие шобы, ёбы. Я перестал, так и пиздец. Или маршрут. Я сейчас думал, что я стал маршрут. Да ладно. Дарить подарок Роме, самое основное. Так, ща. Найдём. О, у меня для тебя подарок. Да. Во, с днем рождения, как же, с наступающим тебя с днем рождения, раскроешь его. Значит, после 12 откроешь. Да, после 12 откроешь, потом мне позвонишь, скажешь свои впечатления. Когда будешь, ёпта. Скажешь свои впечатления. После 12 лет, запомнил? Здорово, Данил! Сычара, блядь. Через год придешь. Причем я еще вначале ждал, когда ты начал меня посмотреть на скучно. Лошара проигрался. Пам-п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 ам. Файт! За голову руки, либо за спину. Ну давай, погнали. Раз, два, три. Это Данила, летающий педрила. Если он почует страх, съебется на читах. Да сука, чё за хуйня? Ты бы видел свое лицо, Данил. Раз. Готов. Раз, два, три. Джамп. Ты знал джамп, я. Джамп. Я думал, что даст тебе мой ответ. Ну ладно, давай, не дави. Заебал. Ааа, все, я правда. А нах ты подаешь? Вот, мы идем. Мы идем. Сейчас от Ромы Дейнера на электричку. У Андрюхи скоро будет новая камера с Алиэкспресса. Какая? Не знаю, новая. В смысле новая, а что, не идешь что ли? Это заебатая камера. С некоцанной камерой, блядь. Она не коцанная, ё. Вы порвёте меня в следующем бою? Конечно. Вы будете готовиться? Тренироваться будете? Да, буду каждый день тренироваться за Саски Учиха. Все, Саски порвет голову на руки. А я буду за Рок Ли играть. Срок Ли убьет всех. Рок Ли мусор. Нихуя. Ты рад видеть Рому? Конечно. Что ты хотел Роме сказать? Чтобы больше не звал Данилу. Почему? Потому что он кидальник ебаный. Какого хуя кидальник? Я не знаю, это надо Данилу знать, почему он сегодня потом на электричке не поехал с ним. Андрюха из него сегодня ехал один. Ну, обратно вместе поедем. Я не знал адрес, куда ехать, чё. А Данил Кимов, он же должен быть моим Сусанином. Сусанином, ё. Шаста Рамирос. Шаста Рамирос. Блин, чё у тебя за волосы везде, Рома? Они машу едет. По... Они не поедут. Кто? Рома Свит. Не поедут? Нет. Ну давай, всё, Рома, кидаль. Кидальник. Надо увидеть, давай. Давай, Ром. Давай. Увидимся. Давай. Каратель. Давай. Пока, да, Рита. Да. Соседнее село. Едем, ну ладно. Давайте. Давайте. Давай, счастливо. Давай. Увидимся. Давай. Ну все, Андрюха уезжает мне. Не смотрите на меня, я так стесняюсь. Давай, Рома, удачи тебе. О, Андрюха, что ты хотел? Короче, курить я больше не буду, я завязываю с этим. Потому что курить больше нечего. Ну это заебись, мне нравится это дело.
Поэтому я улетаю к Рите домой. Так что все будет классно. И короче, даю. Ты что думаешь? Рита, стой. Рита, сейчас я приду, короче, и буду ржать с тобой вместе. Не, я не снимайте меня, я стесняюсь. Ну ладно. Да, да, мы круто загуляли, вообще классно. Ну все, давай, удачи, пока, друг. Дальше иди. Да. Здесь нет, здесь в Москву. Сейчас мы идем на платформу свою александскую. Я взял палфи. И вот мы с Андрюхой идем, короче, домой. Так что все, ништя. Рома, это мы. Рома, ты из дурдома, ё. Ладно, я шучу. Братан, ты красавчик. Сегодня классно потусили, вообще от души. Так что все.